Сразу дико извиняюсь за микрофон. Такой контент я не мог не выложить. Надеюсь на ваше понимание. С вами Эван. Всем удачи. Всем хорошего дня. Что, пацаны, операция номера? Здорово, здорово. Короче, решил я спонтанно собрать коллекцию ААА. Конечно, на 78-м в регионе я бы не против ее собрать, но один номер, я знаю, есть у АОФа, если он, конечно, не обманывает меня. У него есть ААА номер 178, он хотел за него 9 лимонов, но что-то он вышел, но я нашел ААА 0. Ай, лагает что-то. Блин, чувствую, сейчас кинет, но есть он. АОФ. Нет, он не хочет. За 9 миллионов хотел продавать, потом я уже перестал чисто. Ну ладно. Короче, сейчас будем покупать. Я купил одну Ниву, одну Приору, чтобы повесить на нее номера. Так что давайте возьмем Ниву, например. Все, садимся в нее. Бля, чувствую, сейчас кихит, ё-моё. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, садимся. Оп, заезжаем, покупаем АА-01-177. Поставить? Да. Тусовались мы с пацанами, с ББ Пони, с Маной, с Мистер Кэт был еще, Аскер, еще один с клана Нави был, уже забыл. Короче, подписался я на такую дичь. Ешка 212 номер АА-06-78, комиссия 200 тысяч. Так, пацаны, я зашел на бу, теперь по быру мы ищем BMW M5 и 60, чтобы потом не переставлять номера. Я просто сейчас по быру мы найду M5, вот, и куплю на нее номер, потому что я всегда хотел S60, чисто белую на M-пакете, это просто идеал, как по мне. Так что по быру мы чекаем все этажи и ищем, вот, в принципе, нашли, нам пофиг, что по тюнингу, конечно. Может, была бы на виниле какая-то. Ну, все равно. Все, 2900. Мы всрали, теперь берем Шкоду. И едем покупаем номер. Если мне сейчас АУФ еще предложит 009, у него тоже есть нормальный, по нормальной цене. Я, может, его и тоже заберу. Потому что... Ой. 005 занято. 007 тоже занято. У меня есть 001 и 177, конечно. Это московский регион тоже, но ладно. Есть 002, 003, зара будет 004, 006, 008. И мне не хватает 007, 005, 009, 001. В принципе, пол коллекции чисто не хватает. Я понял. Так что давайте берем где-то E60. Вот. Так. А ну проверим 005. Конечно, 6 тысяч пробега я выбрал, блин, тачку называется. Так, можно убрать. Все. О 005. О 178 можно? Ах, а 178. Вот, а 178. Ой, а зачем мне ООО? Я уже по привычке ООО. А 78. Все, 78 занято, 77 занято, 97 занято, 98 занято, 99 занято, 777. О, свободно. Конечно, на 777 покупаем, блин, фигня вопрос. А, блин, у меня же денег нет. Что-то я уже привык, что мне там дофига денег на руках, а мне деньги-то закончились. Итак, вот, считай, снято 5 249 000. Едем, короче, ставить мне 60 номер. Так. Поставить просто сразу, да. Вот я бы угорал, если бы сейчас не тот номер поставил. У нас есть 3 миллиона. Нам не хватает до номера. Еще 5. Да. 5 миллионов 999 тысяч.
Даже больше. Потому что приор чуть подороже стоит. Просто капец. 100 тысяч снимем. Короче, снимаем 100 тысяч. Все. Это кто у нас тут здесь стоит? Дмитрий. Да, нормально. Где этот? ЕКХ-228. Конечно, эти номера я бы перевесил на другую тачку. Сюда бы налепил полуплаты, чтобы приоры не покупать. Вот я, понимаете, я сейчас покупаю на приоры, чтобы, ну, чисто номера не скупили, чисто для серии, да? А потом мне еще с приоры на тачку переставлять. Это 600 тысяч еще плюс. Ой, бля. Почему я, кстати, ООО свои продал? Потому что мне было жаль переставлять 4, сколько там, 6 номеров. Это 6 на 6, это 3600 в одну сторону, чтобы на приоры переставить. И еще приоры добавьте, 6 штук. Это еще, ну, короче, 5 миллионов. И еще назад 5, еще назад 3600, чтобы поставить на другие тачки. Угу. Неплохо, согласен. Так, зачем мы приехали? А, мы приехали за приоры. Так. Приорка. Вот приорка. На каждом этаже есть приорка. Даем ее. Красненькая на сегодня будет приорочка. 95 километров. Нормально. Сука. Эвентранджи просто. Сколько у меня уже свободных мест? 2 места. Ага, спасибо. Называется Эвен хотел купить RS6. Угу. У меня 14 900 осталось. А RS6 стоит 16 салона. Да, купил RS6, а потом проценты. А как я жить буду, если я просто выживал на процентах? Да, конечно. Придется поработать или что-то продать, короче, как всегда. А где еще наш приора? Вот приора. Что сказать? Что там поехал? Там, блин, мне музыка загорала на пушниках, блин. Вор. Сейчас будет такими бедными номерами ездить. Но эти тоже неплохо. Так, короче, покупаем. А, так, эти уже заняты. Ноль. Так, 00478. У меня же ешка еще есть продать. Продать можно. Поставить. Все. Поставил. Пацаны, теперь едем еще за одной приорой. Понял. Я чувствую, сегодня все приоры скуплю. Сбу. Ладно, закончатся приоры, будем покупать. Они никуда не закуп... Ух, ничего себе, какой номер. Не, ну мне жаль эту приору покупать, пацаны. А хотя... Хотя можно, стопэ. Я этот номер влеплю на ешку и ешку солью. Все нормально, все покупаем. Все, покупаем. Я, пацаны, мне бы еще место одно, я бы еще это. Я бы еще 0,7 выкупил. Так. Все, пацаны, теперь еще это ешка в продаже. Ссылка в описании, пишите, продам. Короче, пацаны, заезжаем, покупаем номер А09 за 8 миллионов. Все. Сейчас только чуть не берется. Все, 9 за 8 миллионов. Нормально. Если добивать, пацаны, уже серию, то добивать до конца, как говорится, да? Погнали. Мама, я дома, короче. Мама, я в телеке вообще. Привет, передашь, да, короче, короче, тебе привет. Короче, тартар приехал. Тартар. Тр-тр, паровозик, тр-тр-тр. Короче, смерть кварталом, как я называю такие слова, короче. Транспорт, продаем ешку за 4 лимона, ладно. Пофиг. Нормально. И едем покупаем номер, сука. Эвен скатился просто. Короче, мама, видишь меня, мама, готов пельмени, к ней гости едут, да, я богатый, вот это вся дичь. Ой, 7 хп где-то борщец у меня есть, а уже не 7. Короче, задолбался я уже эту Шкоду сливать, если честно. Она меня бесит. Никто не написал в ВКонтакте. Ссылка в описании на беседу. Так что сливаем ее за лям 645. Все. И можно удалять, как продано. Все. Заходим. Здесь обязательно есть приора. Прикол, приора нет.
А что за фигня? А я уже сегодня, наверное, на этом этаже покупал. Давайте на 26-м есть перевод. Я буду угорать, пацаны. Я вот целую неделю ходил на БУ, смотрел, есть ли RS6. Ее нету. Сейчас я потратил все бабки, зайду на какой-нибудь этаж, и там, конечно же, будет стоять RS6. Это будет просто идеально. Короче, берем нас хули нам и едем, покупаем последний номер. Какой там, 007 хотел, да? Конечно, не на 78-м регионе. Уже можно F6 бинт убирать, потому что я уже почти все номера скупил. Амбинт F6... Ой. Все, F6. Все, больше F6 не работает. Можно, конечно, раз крутануть в казино. Прикольно, мне сейчас 15 миллионов выпадет. Я просто приеду до Санька и его чмокну в лобик. Так, давай. Вот просто раз и больше не буду, все. Вот дай боже, чтобы что-то выпало, а? Спасибо. Я просто, кто не смотрел видос, это, он, кстати, очень много набрал. Он набрал там лям, ой, какой лям, 1000 с чем-то просмотров, где я делал M3 Need for Speed, ну, E46, там, вы поняли, короче. И у меня оставалось 300 тысяч всего лишь, и я пошел в казино, крутанул 3 раза, и мне выпало... М3. Ой, фу, блядь, какая М3? Выпал 5 миллионов. С третьего раза всего лишь было 300 тысяч, и мне с третьего раза выпало М3. Это, конечно, было идеально. Так, 177, да, я на всякий случай еще раз проверю. Может, какие-нибудь регионы освободились, блядь. Не, ну этот номер, это, конечно, жир. 98. Ну, 777, как на 0,5 мне не повезет. Короче, 177 покупаем, как 001, чтобы хотя бы что-то было похоже. Ну все, 3 миллиона у меня осталось бабок. И зачем я это купил? Никто не знает. Ну что, пацаны, итог сегодняшней серии, чтобы ты уже наконец купил новый микрофон и задолбал всякую херню снимать. Вот, пацаны, я стараюсь. Просто такой контент я не мог не выложить, извиняюсь. Серию мы купили Ниву, Марк был у меня, Приора, Е60, Приора, Rolls-Royce, Приора. Пойдемте, я покажу вам музей с моих ААА. Блин, как я смотрел ролики просто Данилыча, да и т.п., как он покупал эти ААА, думаю, как же могут нравиться эти ААА, если ООО, вот эти ООО, вот эти сейчас я спамню. Вот эти, ООО, то получше, ООО, вот эти. Как может нравиться вот эти ААА. Ну, короче, психанул, да, 50 миллионов на номера, ААА 01, 177, потому что никаких регионов не было свободных. Кстати, 177, что было свободно, это тоже нормально. ААА 002, 78, ААА 003, 78, ААА 004, 78, ААА 005, 777, это, кстати, неплохо, потому что 78 занято. ААА 006, 78, ААА 007, 177, потому что все заняты. ААА 008, 78, и ААА 009, 78. Стоит ли это того, что я сделал? Не стоит. Нахрена я это сделал? Не знаю. Осталось у меня 3 миллиона. Зачем я это скупил, если мне потом еще придется еще 3600 тупо слить на того, для того, чтобы переставить на другие тачки, на которых я хочу кататься. Даже не 3600, даже больше. Сколько? Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть? А, нет. Ну да, 6 на 600, да, 3600. Зашибись. Ставьте лайк, если вам понравился данный видос. Чисто потратили сегодня 50 миллионов. Ну а чё, живем последний раз. Смотри, уже не так долго осталось жить. Может, я уже скоро и уйду с этого сервера. Бабки-то не проблема, можно потом их по-бырому слить, будет себе проценты, бизнес, да и т.п. Вот это будет, конечно, фейспалм, если вот сегодня купил номера, додик, а вот завтра выйдет обновление. Это будет, конечно, не очень хорошо. Это будет прям очень хорошо, потому что предыдущее обновление в прошлом году собрало... Ой, какой собрал? Чё я говорю? Прошлое обновление в прошлом году вышло 24 июня или 25-го. Вот. Это не вышло.
Если админ завтра выпустит админу, я его в рот считал, понимаете, да? Чат лимонов сейчас они выпустят что-то бизнес, еще не бизнес, да и т.п. И короче, жопа. Короче, лайк, коммент. С вами был Эван. Всем удачи и всем пока.